Сильный и жизнеспособный бренд – это залог стабильности и прибыльности бизнеса, гарантия его долгосрочного процветания. Но что составляет основу успешности самого бренда? Быстрый ответ на происходящие изменения. Для сохранения лидерства и прибыльности бренд Scarlett своевременно реагирует на изменения потребительских предпочтений. Потребитель Scarlett отдает предпочтение прогрессивной технике, функциональной и легкой в использовании. Для него важна совокупность факторов. Эффективность прибора, его стоимость, упаковка, эргономичный дизайн, экономичность и безопасность и привлекательный внешний вид. В последние годы покупатели техники Scarlett все больше стремятся облегчить работу по дому, сэкономить время, найти помощников в приготовлении еды и уборки и не иметь дела со слишком сложными в использовании приборами. Меняется потребитель, меняются и бренды. Потребность в обновлении рано или поздно возникает у каждого бренда. Решение об обновлении бренда Scarlett было принято по результатам многочисленных исследований, проведенных в 27 городах в 8 федеральных округах. От миллионников до городов с населением от 250 тысяч человек. В рамках интервью и анкетирования удалось выявить дополнительные ресурсы для бренда Scarlett. Новые целевые группы, рынки, способы использования продукта, модификации. Стало ясно, как бренд воспринимается целевыми аудиториями. Насколько он соответствует современным тенденциям? Проведенные исследования дали несколько направлений. Scarlett – один из наиболее успешных брендов на рынке бытовой техники. За 20 лет мы стали одними из лидеров рынка. Одновременно с этим изменились окружающие условия. Рынок стал перенасыщенным, а потребители очень искушенными. Если раньше одного имени бренда было достаточно для того, чтобы вас покупали, то свою ценность современному потребителю нужно постоянно доказывать и подтверждать реальными продуктами. Уточнение позиционирования автоматически привело к необходимости изменить слоган. Сейчас он звучит «Scarlett – техника, с которой удобно». Технологии и эмоции. Вот какие мы видели новый визуальный образ бренда Scarlett. Техника, с которой удобно. Именно этот посыл стал отправной точкой в работе над проектом. Мы просто убрали все лишнее и, сохранив историю компании, привнесли в нее технологии и эмоции. Казалось бы, такое невозможно, но у нас получилось. Мы вдохновлялись домом, модульной мебелью и, в частности, модульными кухнями, когда каждый человек хочет максимально полезно использовать пространство вокруг себя и создать комфорт для всей семьи. Поэтому адаптивный модульный дизайн стал решением всех задач. Именно модули стали основой нового визуального образа бренда Scarlett. Они олицетворяют простоту, мобильность и динамичность, как неотъемлемую часть современного ритма жизни. В дизайне упаковки мы хотели создать запоминающийся яркий стиль в соответствии с законами и правилами рынка. Для этого использовали структурный дизайн, сбалансированное размещение информации и логотипа бренда. Редизайн упаковки для Scarlett является залогом потребительского и, как следствие, коммерческого успеха. Разработка дизайна упаковки – фундаментальный комплексный процесс, требующий слаженной командной работы ото всех участников. В основу проекта легло техническое задание, включающее в себя экспертное мнение специалистов по маркетингу и аналитиков. В рекордные сроки было переодето 300 SKU, разработан дизайн для всех категорий товаров. Для оценки концепции нового дизайна упаковки была проведена повторная волна исследований. Реакция фокус-групп, принимавших участие в маркетинговом исследовании, показала, что целевая аудитория позитивно воспринимает новый стиль и ждет появления Scarlett в новой упаковке на полках магазинов. У меня ассоциируется с нежностью. Я бы не прошла в магазине мимо этой коробки, потому что цвета не холодные, а очень такие теплые, уютные, домашние. И я бы хотела себе взять. Просто, понятно, доступно, и мне очень нравится, потому что действительно удобно. Scarlett. Техника, с которой удобно.